Свыше 300 нарушений в сфере защиты бизнеса выявили в Мангыстауской области за прошлый год. Прокуроры отстояли права более 2000 предпринимателей и привлекли к ответственности почти 60 должностных лиц. Работа в этом направлении продолжится и в этом году. Особенно возьмутся за пресечение незаконных проверок бизнесменов. Для этого прокуроры области подписали с представителями Нацпалаты предпринимателей региона меморандум о сотрудничестве. Помощь бизнесменам также оказывают мобильные группы. Они созданы при прокуратурах всех уровней. У нас было 75 пресечено фактов зарегистрированных неплановых проверок и 13 проверок, которые планировались, были включены в план государственных контрольных и надзирающих органов, но они не прошли регистрации, это были незаконные проверки. По сути, каждое предприятие, оно может знать, когда будут его проверять.